Спортивные традиции Самарской области готовы поддержать в Федеральном министерстве спорта. Речь идет как о в целом о развитии физической культуры, так и о глобальных планах по строительству велотрека и легкоатлетического манежа. Об этом заявил Виталий Леонтьевич Мутко в интервью нашим корреспондентам сегодня в Москве перед заседанием Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Участие в совещании принимает глава регионов. Самарскую область представляет Николай Иванович Меркушкин. В Самарской области сейчас очень неплохая программа развития. Значительно увеличились инвестиции на развитие материальной базы. И это будем поддерживать. Я планирую 9-10 быть. У нас будет комиссия ФИФА, которая будет посещать Самарскую область. Поэтому мы еще раз с губернатором поговорим. Ну и, пользуясь случаем, хочу всех болельщиков поздравить с выходом Крылья Советов, возвращением в элиту российского футбола.